Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. Сегодня рядом со мной присутствуют мои кураторы. Мит Гаскаус, биолог, психолог, специалист по инопланетным цивилизациям с планеты Ислер. А также я попросила прийти представителя Галактической Федерации Света, планеты Футиса. Его зовут Лирини Маш, если быть точнее. Это его имя и фамилия одновременно, то есть как название его имени в его роду, как он сейчас мне говорит. Он с планеты Футиса, и он специализируется на изучении земных людей и на их физиологии, патологии их организмов и энергетических методов восстановления физических тел людей. Ну, как по-нашему врач, но он скорее как общей практики. Лирини Маш его зовут. Он вместе с Митом будет отвечать на вопросы Евгения. И он с планеты Футиса, которая относится к Галактической Федерации Света. Да, колония Бурхарда, совершенно верно. Значит, он уточняет. И эта Футиса является, планета Футиса является столицей Галактической Федерации Света, как уже известно. Приветствуем. Итак, представьтесь. Так, можно начинать, да? Ну, представьтесь и расскажите, кто ага. вы и на какую тему конференции. Значит, я психотерапевт. 66 лет в медицине уже. Вот, обладаю довольно хорошими знаниями, но их все-таки не хватает, потому что знания на нашей планете отстают от знаний тех цивилизаций, вот с которым сейчас мы пытаемся связаться. Поэтому у меня появились вопросы, и, может быть, эти вопросы приведут к решению какой-то общей задачи. Значит, сейчас я обращаюсь к МИДу, да? А представь, как вас зовут? А, меня зовут Евгений, извините, забыл сказать, да. Вот. Значит, я всех приветствую, тех, кто нас видит, и наших инопланетных представителей, да. кураторов. Вот. Они тоже видят вас через астрал, через мое восприятие. Они видят да. вас, и они здесь находятся в астральных телах. Чудесно. На ваши вопросы. Ага. Значит, немножко обо мне. Значит, я психотерапевт с большим стажем, и я умею анализировать информацию и все другое, что и ты, Ирина, передаешь нам на Землю и через других контактеров. То есть то, что ты говоришь, я еще, ну, как говорится, анализирую. И, видимо, правильно понимаю то, что ты еще не успела сказать, например. Вот. Я имею представление о космосе, потому что по работе я был не связан с этим. И я имею представление о представителях многих цивилизаций. Вот, например, я знаю, что в наших генах есть определенная часть ДНК рептилоидов, что, к счастью для нас, землян, способствует нашему выживанию на планете Земля. Потому что здесь у нас не так просто, как у МИДа на планете, жить. Значит, для начала у меня есть несколько вопросов. Ирина, ты должна правильно понять эти вопросы. Значит, сегодня я хотел бы поговорить о нашем зрении. Но для начала у меня есть несколько вопросов, чтобы, ну, как говорится, ну, получить определенную информацию. Вот, например, то, что я говорю, проходит через тебя, ты передаешь это туда, наверх, МИДу, МИД, наоборот, сюда. Так вот у меня, так как я современный человек и связан там с интернетом там, и со всеми делами, у меня вопрос возникает. А почему цивилизация, которая имеет миллионы лет развития, вот таким
каким-то таким необычным, простым способом через тебя, через твои чипы передает информацию. Почему они тебе не могут передать компьютерное хорошее оборудование, чтобы мы все видели, и ты видела это, и общались бы, как говорится, не с помощью твоих жестов, что я там это вижу, а на экране. Вот спроси МИДа, почему вот нету такой современной технической возможности связаться с нами, а нам с ними. А вопрос конкретизируй, почему они не передадут свое оборудование для связи с ними? Да, совершенно верно. Чтобы мы видели их, они видели нас. Потому что согласно, МИД ответит или Лара, да, вот. Неважно. Да. Угу. Они сейчас отвечают, говорят, что согласно согласно правилам контакта, физических контактов с землянами, строго запрещено передавать какие-либо предметы на Землю контактерам, по многим соображениям. Можем их изложить еще раз, если это интересно вам. Да, если это интересно вам, мы можем их еще раз изложить. И этим правилам пренебрегать запрещено. И в случае нарушения этих правил тот куратор, который это допустил, отстраняется от контактов с землянами, а в случае, если передача предмета повлекла какие-то последствия, серьезные негативные последствия для контактера, либо для других людей, вплоть до заключения на планету преступников. Ответ понятен, но он не современен, ведь мы современные люди уже на Земле. Там наверху цивилизация очень современная, и надо общаться уже современно, не на уровне просто жестов и чипов, а уже с помощью определенной техники. И причем я не думаю, что для галактического сообщества, для того руководства, это должно быть какой-то проблемой, что мы общаемся на современном уровне. Мы вас прекрасно понимаем, но такие решения принимаем не мы. Для этого есть комиссия по контактам Межзвездного союза на планете Бурхат. Там есть политтехнологи, психологи, определенные специалисты по межзвездному взаимодействию. Они вырабатывают законы. Отлично. Тогда у меня от имени землян большая просьба. Пускай вот твои кураторы, которые сейчас находятся с тобой, просто поставят этот вопрос перед своим руководством, будем так выражаться. Мы знаем уже заранее ответ, потому что эти ответы уже заготовлены, они нам произносятся инструкторами. Дело в том, что прежде чем стать так называемыми, как вы называете, кураторами, то есть определенными контактерами, определенными наставниками контактеров на Земле, мы проходим курс обучения. И этот курс обучения предполагает обязательное прохождение инструкции по безопасности. Мы, говоря по-земному, подписываем специальные документы, хотя и в электронном виде, но все же там есть наша подпись, наших личностей, в том, что мы согласны с этими правилами, понимаем их важность, их нужность. И если мы чего-то не понимаем, мы задаем вопросы нашим наставникам, которые ведут инструкции. Поэтому ответ на тот вопрос, который ты произнес, поставить вопрос перед комиссией по контактам Межзвездного союза, нас просто отошлют к тем же инструкциям, которые мы подписывали. Там есть такой пункт недопущение доказательств физического контакта. Из-за чего был этот пункт введен? Недопущение любых доказательств, физических доказательств физического контакта с контактерами. Этот пункт был включен в результате долгих переговоров в Межзвездном союзе из-за того, чтобы при вашем развитии науки и техники и не подвергать, и при вашем развитии
деятельности науки, которая тесно связана с военными технологиями, и с деятельностью спецслужб, не подвергать контактеров опасности контакта с спецслужбами, которые могут заинтересоваться определенными предметами внеземного происхождения, и из-за этих предметов они могут начать манипулировать контактером для того, чтобы мы могли, для того, чтобы мы дали им определенного рода информацию, которая повлияет на развитие Земли в сторону деградации. Так. Самый простой пример. Если подобный предмет попадет в руки контактера, благодаря такой развитой сети связи, как интернет, это будет известно довольно скоро спецслужбам. И по этой причине они, естественно, будут проверять эту информацию по своим каналам. Если это подтвердится, произойдет, можно сказать, захват спецслужбами этого контактера для того, чтобы, во-первых, обезопасить Землю от контактера как возможного влияния, негативного влияния инопланетных цивилизаций на земную цивилизацию. Очень многие деятели подобные с подозрением относятся к инопланетным цивилизациям, не выходящим в открытый контакт с правительствами. А во-вторых, естественно, как я уже сказал, политики, военные Земли чаще всего связаны с наукой, и они будут пытаться добыть какие-либо научные знания или технологии, которые позволят им построить разнообразные устройства, которые будут давать преимущество их стране перед другими странами, так как у вас очень развита конкуренция между странами, между разнообразными странами. И чтобы добыть эти сведения, они пойдут на многое в отношении контактера и его близких. Такие случаи уже были, поэтому конкретнее во Франции, в Соединенных Штатах Америки и Советском Союзе. Были случаи гибели контактеров из-за необдуманной передачи физических доказательств кураторами, за что кураторы были наказаны. Но, к сожалению, вышедших из воплощения духов уже в том же самом теле не вернешь. Ирина, я понимаю, что хотят сказать твои кураторы, но я считаю, что они не правы, так как речь идет только о компьютерном оборудовании для того, чтобы, вот как я сейчас вижу тебя на экране, так бы мы видели представителей цивилизации, которые через экран передать ничего не могут. И ты сейчас тратишь время конференции на споры. Да. Да. Ответ. Все. Понятно. Это бюрократический ответ получился, будем так честно говорить. Значит, теперь переходим к медицине. Вот у нас на планете Земля довольно трудный период, когда плохая экология, плохое питание, еда плохая все-таки для большинства населения нашей планеты. И более 200 тысяч человек в день умирает от различных болезней у нас на планете Земля. Вот. А в год это более 70 миллионов человек. Около 33% умирают от болезней инфекционного характера. Вот, например, если брать нашу страну Россию, то у нас в год умирает около 2 миллионов человек от различных болезней. Так вот, значит, основными причинами смерти являются болезни кровообращения, органов дыхания, пищеварения, инфекционные болезни, онкологические, диабет и туберкулез. Ну, это так в общем. Так вот, так как мне лично для выполнения моего предназначения на Земле как ангела-целителя, так определила все-таки ты, когда мы с тобой встречались обо мне, мне не хватает вот правдивой информации о причинах наших земных болезней. Почему? Потому что те ученые, которые занимались и занимаются до сих пор изучением этих болезней, все-таки
делают выводы предположительные, а не точные, потому что у нас отсутствует хорошее оборудование, знания. Если мы не знаем до сих пор, что такое гравитация, ну о чем тут можно говорить? Как говорится, наши самолеты летают на керосине. Вот. То о болезнях, которые внутри нас, о нашем мозге, о строении, ну, конечно, информации правдивой очень мало. Так вот, значит, сегодня я хотел бы спросить и поговорить о зрении человека. Почему? Потому что, ну, можно сломать руку, например, ногу, еще что-нибудь, но когда человек теряет зрение, начинает одевать очки, потом есть болезни, при которых вообще теряется зрение, то так человек становится вообще инвалидом и неполноценным членом общества, по идее. Там. Так вот, я сейчас прочитаю, что пишут у нас ученые. Значит, зрение человека – это способность человека воспринимать информацию путем преобразования энергии электромагнитного излучения светового диапазона. Так это правильно или нет? Ну, вот в общем, да, но не только это. Вот. Это только та часть, которая происходит в мозге человека. А другая часть зрения – мы называем зрением не только материальную способность, мы называем зрением, в общем, способность разумного, ну, если мы говорим о зрении разумного существа, значит, мы называем зрением вообще в общем способность разумного существа воспринимать информацию в образах и интерпретировать ее. Здесь, когда ты сказал о преобразовании электромагнитных волн светового спектра. Да. Там, во-первых, не написано, во что преобразование. Ну, я закончу, во что преобразование. В определенные так называемые электрические импульсы. То, что вы называете электрическими импульсами, сопровождается, в свою очередь, эфирными завихрениями в эфирных матрицах органов зрения. И все это вместе доставляется по так называемому вам зрительному нерву, а мы это называем определенный зрительный передатчик в ту часть мозга, которая распознает зрительные символы. То есть переводит их из электрических символов, из электрических сигналов, переводит в образные символы и передает уже конкретно сознанию. То есть сознанию. Сознание, я напомню, это восприятие, это энергия духа для восприятия окружающего мира через рецепторы. Так вот, сознание связано со всеми структурами мозга. Естественно, оно может из него выходить, оно может его покидать, оно может в него возвращаться. Но в любом случае, оно, пока человек жив, оставляет связь между собой и физическим телом. А если еще точнее, между эфирной матрицей, которая пронизывает физическое тело. Ага. А тогда у меня следующий вопрос. А вот наше зрение земного человека, вот наше с тобой, отличается от зрения гуманоидов других цивилизаций? Да, оно отличается у разных гуманоидов. Может быть, разный тип восприятия. Может быть, восприятие разных типов световых волн в зависимости от освещение планеты, там, какой тип звезды был, как формировался тот организм, из которого потом развилось разумное существо. То есть это влияет на цвета воспринимаемые, там, четкость зрения, дальность зрения и так далее. Там много вот таких параметров. А физические параметры самих глаз? Глаза у всех устроены одинаково, так же, как говорится, зрачок, радужка. Нет.
Бывают разные типы. Бывает, да, бывает, что у вас достаточно сложный, с вашей точки зрения, зрительный аппарат. Ага. Очень много структур в вашем глазу, которые преломляют свет, и они дополняют друг друга, делая изображение более четким, то есть именно такое изображение, это когда световой луч попадает в глаз, он же не просто попадает, а под определенным углом, и когда световой луч попадает в глаз, он несет уже с собой информацию о том предмете, будем так говорить, от которого он отразился. Mm-hmm. Именно о расстоянии до предмета, о цвете предмета, об его там форме и так далее. Это есть, понятно. Это ага, так... у некоторых, ну, можно так сказать, у каждой там формы гуманоида свое там строение глаза, и у некоторых из них вообще нет или предельно упрощены те структуры, которые преломляют лучи света, потому что у вас их достаточно много. Если они работают согласованно, с этим все в порядке, но если они начинают работать в разнобой, это рождает проблемы. Понятно. А тогда как-то случайно возник вот сейчас вопрос, ну просто у меня в голове. Пускай твой куратор ответит. Зрение моей кошки русской голубой лучше, чем мое человеческое зрение. Она же ночью видит, в смысле в темноте. Умение видеть в темноте – это не единственная характеристика зрения. Дело в том, что если сравнить зрение кошки и зрение человека, да, по всем параметрам, да, если там цвета, насыщенность, дальность и так далее, и степень развлечения цветов и видение мелких как предметов таких вот, способность сосредоточиться и разглядеть мелкие предметы. То, естественно, здесь человек выигрывает, потому что эволюционно уже развилось, например, умение таким образом настраивать глаз с помощью каких-то там мышц внутри. Оказывается, внутри тоже какие-то мышцы есть. Да. Мелкие. Да-да. Он мне сейчас есть, показывает. Есть. И в зависимости от того, мелкие предметы рассматривают или крупные, они по-разному там действуют. И за счет того, что человек при работе или с мелкими предметами, а более современный человек уже при письме и чтении длительное время концентрируется на мелких предметах, то у него улучшается сама механика движения глаз и их последовательности. Не глаз, а глазных мышц, которые удерживают глаз в определенном направлении, и обмен веществ в этих миоцитах мышц глаз так достаточно быстро проходит, чтобы они могли очищаться от молочной кислоты и быстро пополняться АТФ и кислородом, чтобы они не уставали. Ага. Надеюсь, он пока понятно говорит. Угу. Отлично. Нет, я как раз все понимаю, его ответ. Тогда... Ага, у меня тогда следующий вопрос. Так как все-таки зрение зависит от работы головного мозга, и головной мозг обрабатывает, это тогда вопрос. Сколько процентов, на сколько процентов загружен наш мозг, вот сейчас мы вот разговариваем с тобой, в отличие от мозга кураторов? Я где-то читал, что мы всего лишь на 7% используем мощность нашего мозга с тобой, а у них сколько? 100%? Смотря на что, потому что в мозгу проходит миллиарды операций в секунду. Да. Они направлены на разные нужды. Если вы имеете в виду на зрение, то это может быть действительно от 7 до 18%. Угу. То есть в зависимости там от определенной напряженности. Опять же, от того, что человек рассматривает, как долго он это делает, и даже, да, как человек сознательно разумное существо, этот процент еще зависит, насколько важен рассматриваемый предмет для человека. Mm-hmm. Внимание туда направляя, концентрируя, он туда направляет и энергию, ну, вначале, естественно, эмоциональную энергию, потом за ней следует эфирная энергия.
И следом уже следует физическая энергия в виде притока крови и активизации метаболизма. Понятно. Здесь идет все последовательно. А что касается других отделов мозга, некоторые отделы мозга отвечают за слух, некоторые за речь, некоторые отделы мозга отвечают за распознавание положения тела в пространстве, а некоторые отделы мозга отвечают за управление гипофизарно-гипоталамусно, я лучше скажу по отдельности, гипоталамусом, гипофизом и эпифизом, для того, чтобы через нейрогормональную систему контролировать состояние всего организма, как физического тела, и управлять им. И какие-то области мозга регулируют температуру, дыхание, сердечные сокращения, пищеварение. Понятно. То есть, а некоторые участки мозга просто хранят информацию, записанную в нейронах в виде микроскопических изменений белковых каких-то трубочек, вот он меня сейчас показывает, которые имеют отличие друг от друга, буквально измеряемые с помощью системы нанометров. То есть это как память химическая такая. То есть если смотреть полностью на весь мозг, то никакие отделы не бездействуют. Он весь 100% он занят, но не все 100% отвечают за сознательные какие-то действия. Есть участки мозга, которые отвечают за что-то, не связанное с сознанием, но связанное с телом. Ага, тогда такой вопрос. Да, мы сейчас будем показывать все эти штуки. Ага, энергетика нашего мозга землянина, она такая же, как вот сейчас у кураторов, с которыми мы разговариваем, или их мозг мощнее нашего, там, может быть, на порядке? И они быстрее все решают, их мозг более быстро регулирует все процессы нашего организма. Вот отличается наш мозг от их мозга мощностью? Отличается наш мозг эволюционно, и в том числе мы уже многие миллионы лет делаем, можно сказать, генетическое регулирование определенных моментов, которые связаны с развитием эмбриона. Ох, как далеко! Это многие миллионы лет уже сделали эти открытия, и тогда уже ученые занимались тем, что стимулировали определенное развитие клеток в той или иной там, в том или ином органе с какой-то там целью. Вот, и есть такая у нас наука генная психология, она, значит, изучает, как дух проявляется в теле с тем или иным набором генов, которые обуславливают то или иное белковое строение мозга. И там уже, по этой дисциплине уже есть множество научных работ. И поэтому сделано открытие, которое позволяет управлять своим мозгом в ту сторону, чтобы он мог более точно, более четко управлять телом, и чтобы он мог помогать духу распознавать информацию внешнего мира, чтобы он мог помогать духу именно мыслить, то есть проводить мысли духа через материю, какую-то как физическую реальность, и чтобы он от этого как не уставал, чтобы постоянно был метаболизм такой быстрый, чтобы не накапливались те токсины, которые разрушают клетки. Значит, тогда я рад, что для нас, землян, есть перспектива, что наш мозг будет более современный. Ну, чудесно, ответ понятен. Так, теперь тогда переходим о болезни глаз. У меня вот такой вопрос. У нас на Земле есть очень серьезное заболевание, которое называется глаукома, при которой почему-то неизвестно, вот я и хотел бы это потом выяснить,
помощью наших представителей. Значит, у нас в глазах повышается давление внутриглазное. Это давление, значит, со временем, действуя на зрительный нерв, убивает его, будем так уж говорить, прямо. И человек через определенное время, ну не сразу, конечно, может быть через год, через два, через 10 лет, но все равно слепнет из-за того, что в глазу повышено давление. Повышенное давление, как говорят наши ученые, происходит из-за того, что глазная жидкость начинает накапливаться в глазу, не имея оттока. То есть, как бы говоря, что вот эти канальцы, по которым движется глазная жидкость, чем-то забивается, или вообще там что-то происходит. Вот до сих пор непонятно нашим ученым, они делают предположение. Так вот вопрос, почему же тогда в глазах человека повышается давление? Из-за чего? Вот они изучали этот вопрос. Да, мы изучали этот вопрос, когда полностью изучали человека, полностью изучали его физиологию. Я могу сказать, да, я изучала этот вопрос, то есть знаю, там, как физиологически проходит процесс в глазу. Я вам могу сказать одно, значит, да. Я вам могу сказать вот что. Дело здесь не в канальцах. Все дело здесь в особом строении и изменение стекловидного тела. Так. То есть оно может стать более плотным, и оно может стать неоднородным, из-за чего оно теряет способность впитывать ту жидкость, как мне показывают, что-то похоже на лимфу, которая содержит многие питательные вещества, и в том числе антитела, которые защищают и питают те клетки, которые находятся в глазу, их там достаточно много. И что очень важно, там достаточно много видов. И не ко всем клеточкам можно провести кровеносные сосуды. Некоторые клеточки, они должны получать питание и выводить продукты обмена веществ с помощью вот этой вот жидкости, которая очень похожа составом, примерно на вашу плазму крови. Угу. То есть как без эритроцитов и других там форменных элементов. Но антитела там содержат, которые защищают от, например, вирусов. И в норме, когда, в состоянии гармонии, как мы называем, вы называете нормой, в состоянии гармонии вся жидкость, которая вырабатывается специальными как клетками из крови, она поступает в каждой клеточке для питания и вывода токсичных веществ, а потом она выводится не только через те канальцы, которые ты сказал, но и через стекловидное тело. То есть вот как какое-то стекловидное тело мне сейчас показывает такой как шар, который может менять форму. Да. И он состоит из определенных веществ, вот по структуре примерно как кисель. Да, 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 совершенно правильно. Такое дрожание. Угу. И в зависимости от разнообразных факторов он может стать более плотным или непроницаемым для этой жидкости. И она начинает давить, то есть она начинает там скапливаться, ей некуда деваться, и она начинает давить назад. По стенку, что вы называете. Сетчаткой вы называете, потому что это видно как сеть. Сеть из сосудов там конкретно. И вот сеть из кровеносных сосудов, если смотреть в глаза, вы называете это сетчаткой. Мне сейчас говорит так, что... Но тут это только первая, половина. Как вы хорошо знаете, ваши ученые уже хорошо знают, так называемое повреждение зрительного нерва при глаукоме иногда может возникать при совершенно нормальных цифрах глазного давления. То есть для другого человека. И также зрение может оставаться нормальным длительное время и зрительный нерв неповрежденным при достаточно высоких цифрах внутриглазного давления. Вы это списываете на индивидуальную чувствительность так называемого диска зрительного нерва к давлению.
А теперь подумаем, из чего состоит диск зрительного нерва и по какой причине он не защищен от давления настолько, насколько это необходимо. Да, вот это интересно. Ведь эволюционный механизм должен предполагать наличие давления в тех местах, где оно может возникнуть. Так, правильно. А теперь подумай, да, вот из чего вообще состоит нерв? Ну, понятно, из там нейронов, аксонов, окруженных определенной там протеиново-липидной оболочкой из определенного там строения, и по какой причине он не выдерживает давление. Ты прекрасно знаешь, что, например, в различных местах черепа проходит, например, ветвь троечного нерва, который, кстати, иногда проходит, вот мы сейчас показываем, между костями в какие-то как вот дырочки такие. Да, да, совершенно верно, да. И при определенных, например, изменениях там, ну, либо костной, либо нервной структуры, либо рядом расположенного органа, который может давить на нерв, этот нерв может, кстати, сдавливаться довольно сильно. И до определенных пределов не возникает вообще никаких ощущений. Только при присоединении какого-либо там воспалительного явления, либо еще чего-то там, какой-то травмы, может возникать там невритт троечного нерва. А так, нерв, который проходит в какие-то там очень узкие отверстия и испытывает постоянное давление, еще сильнее, чем нерв, который... на которого давит просто вода, ну вот как водичка так. Ну, все равно проблем с пропусканием сигналов не испытывает. Напротив, если давление на нерв усиливается, это может приводить к болям. Что такое боль? Это определенный сигнал, который очень быстро передается в мозг о том, что идет разрушение каких-либо органических структур. Ну, что такое боль? Это электрический сигнал. Он проходит даже по очень сжатому нерву. И ничего не мешает, даже давление не мешает ему пройти. Тогда возникает вопрос, чем же электрический сигнал боли отличается от электрического сигнала, который возникает в нейронах сетчатки и собирается по мелким нервам, в главный глазной нерв, чтобы передать информацию об увиденном. Чем могут отличаться эти два сигнала, которые один от давления он свободно проходит, второй нет? Ну, это физика уже определенная. Ну, если смотреть по природе, и тот, и другой сигнал электрические. И тот, да, и другой, да, сигналы порождены определенной энергией в самом нейроне. То есть, по сути, они ничем не отличаются. Тем более, как ты прекрасно видишь, давление стекловидного тела, вот, который за стекловидным телом находится вот такая вот, как вот камера какая-то, мы сейчас показываем, да, давление, да, ее назад от жидкости, оно не приводит к тому, что мягкие ткани вокруг диска зрительного нерва отгибаются назад и этим уменьшают давление. То есть здесь не происходит явление упругости, и сразу же возникает вопрос, по какой причине такой феномен существует? О, совершенно правильно. Вот, Ирина, значит, я понимаю так, что так как наш организм состоит из большого количества жидкости, и эта жидкость в определенном составе находится в наших глазах, значит, получается так, что состав этой жидкости зависит, видимо, от того, что мы едим, пьем, ну, как-то так логично, если предположить, от состава крови, как говорится, если мы едим кислое, значит, и кровь будет другого немножко состава, тогда получается стекловидное тело, может как-то по-другому формироваться. Я к чему это? Этот процесс, который я сейчас перечислил, и со стороны стекловидного тела,
и со стороны диска зрительного нерва, да. и со стороны подлежащих тканей, которые могли бы просто под давлением из-за своей упругости прогнуться назад и защитить этим от давления диск головного нерва. Да. Ну и характеристики самого нерва, который, кстати, подвергается давлению на очень ограниченном участке на очень ограниченном участке своей протяженности, но, тем не менее, при глаукоме видно, что поражается не только этот участок, но поражение, то есть гибель определенных нейронов, оно распространяется дальше, чем давление. Ну, можно, конечно, сказать, что сосуды, тем не менее, они там не доносят кровь, определенным образом из-за там кислородного голодания и там недостатка питательных веществ нейроны гибнут. Но сосуды, вот именно, очень много капилляров, мелких сосудов, как раз подходят сетчатки с другой стороны, вот он сейчас показывает откуда-то. Да. Снизу, как раз с той стороны, где никакая жидкость не может их пережать. Значит, тут дело совсем в другом. В чем здесь дело? Я сейчас объясню. Так, это уже, да, интересно. Все, что вы видите, да, все, что видит ваши врачи, да. они, естественно, описывают так, как есть. Медицина у вас в основном описательная наука. Увидел, описал. Увидел повышение глазного давления, описал. Увидел поражение зрительного нерва, описал. Увидел симптомы, описал. Там, и из всего этого, вот из трех разных явлений, которые ты увидел, ты составил клиническую картину. Да. Ну и соответствующим образом начал составлять какой-то протокол лечения, чтобы по возможности убрать причины этого клинической картины, но это невозможно, не зная точно этиологию. Этой картины, ну и, естественно, снимать симптоматику саму, то есть на каждый симптом воздействовать отдельно. Это в чем цель терапии. Но есть еще те процессы, которые текут не в физическом теле. Их ваша медицина установить не может за отсутствием определенных приборов и методов диагностики. Совершенно верно, вот я об этом же. Какие это процессы? И именно эти процессы влияют на те структуры глаза, которые врач или диагност рассматривает уже физические последствия. Он просто видит, можно сказать, последствия. Он просто видит, например, воронку, последствия после бомбардировки. Саму бомбардировку он не видит, потому что самолет уже улетел. Так и здесь. Здесь понятный образ? Отличный ответ. Да, предельно простой. Тогда следующий вопрос. Если твои кураторы понимают и знают, в общем-то, больше, чем мы об этом заболевании, то есть ли какие-нибудь предложение, как избавиться вот от того, что происходит уже у человека в глазах при самом заболевании, уже этой глаукоме. Вот да, у них есть такая информация? Для этого недостаточно воздействия на физические структуры в виде либо снижения выработки внутриглазной жидкости, либо каким-либо образом повышение проницаемости канальцев и стекловидного тела. Это все временный эффект. Да, это уже мы поняли. Который тем более влияет на другие органы. Все равно эти вещества всасываются в кровь и оказывают действие на разные структуры тела, вплоть до мозга, сердца и печени. Да, одно лечит, другое калечит. Совершенно правильно. Так мы русские говорим. Да. Вот. Поэтому вот сейчас я объяснил, что основные процессы идут не в физическом теле. В физическом теле вы видите только их следствия в виде повышения и так далее, давления,
поражение зрительного нерва, можно долго расписывать, насколько он поражен, там, на какой протяженности и так далее. Что такое поражение? Это определенное, ну, можно сказать, угасание функций зрительного нерва из-за того, что нейрон теряет свою зрительную силу и уже не передает сигналы. Один нейрон, потом другой нейрон. Да, да, да. По цепочке. А по какой причине это происходит? Вот именно сейчас физически я описал процесс, он вам известен. Теперь я буду описывать то, что вам неизвестно, потому что вы не открыли, что между духом человека так. и его физическом теле существует так называемое эфирное поле. Так. Эфирное поле – это жизненная энергия, которая неоднородна у человека, а формирует так называемые эфирные матрицы органов. Эфирные матрицы формируются вперед физического тела при его зачатии, вокруг него, и уже по этим лекалам, что это за слово, правда, я надеюсь, понятно. Что... Так, так. То есть, ну, когда по этим шаблонам происходит да, да. создание физического тела, согласно записям в огромной книге, вернее, библиотеке книг ДНК. И у глаз, в том числе у всех структур, которые я описал, тоже есть эфирная матрица. Эфирная матрица есть даже у каждой клеточки. Ее повторяет на тонком уровне. Эфирная матрица состоит из тех видов эфирных энергий, которые являются материальными, но не являются физическими. Ваши данные о материи неполны. Вы еще не знаете многих видов материи, которые лежат за пределами электромагнитного, да, так называемого вами электромагнитного спектра. Так, тогда получается, что, в общем-то, тогда такой вопрос. А можно запустить процесс восстановления все-таки нервных клеток зрительного нерва? Но для этого необходимо понять, по какой причине эфирные матрицы ломаются. Эфирные матрицы, когда конкретно глаз, что такое ломается? Они нарушают свою структуру, из-за чего все начинает обмен веществ, вот этот повышение давления, поражение зрительного нерва, все это начинает идти неправильно. Как мы называем, негармонично. Идти только следствие в виде там, снижения зрения, повышения давления. Да. Это причина не только, например, глаукомы, но и других заболеваний глаз, и не только. Только по-разному ломается эфирная матрица. Что такое? Что ее может поломать? Это не физический же объект, который можно поломать, отравить или поразить инфекцией. Ну, конечно, инфекции, они способствуют развитию этого заболевания, но на самом деле они не вызывают, а лишь ускоряют уже имеющийся процесс. Что может поломать эфирный матрицу? Как я уже говорил, эфир – это жизненная сила. Вот, конкретно у человека видов эфира много, у человека существует такой вид эфира, как жизненная сила. Так. Жизненная сила управляется, ее течет, она не статична, она постоянно течет в теле и вокруг него. Это так в ваших учениях называется обычно эфирное тело. Эфирное поле. Эфирное тело, эфирное поле, некоторые называют эфирная матрица и так далее. Дело в том, что вот движением этой энергии и правильностью движение этой энергии, ее скоростью и так далее, управляет, кто управляет? Естественно, управляют более высшие сферы человека, это его дух. Я сейчас максимально конкретно конкретизирую причины заболевания глаз, глаукомы и не только. Они лежат в нарушении эфирных матриц, которые, в свою очередь, порождаются определенными процессами уже высших, ну, я бы сказала, для материалистов, о высших областях сознания. Что это значит? Это значит, что в человеческом сознании, или, как мы говорим, в духе, существуют разнообразные
процессы психические, так называемые, которые вы называете психическими. Это определенные установки, мысли, чувства, эмоции, желания и так далее. Вы считаете почему-то, что эти образования существуют в потоке вашего сознания, но никак не влияют на физическое тело, либо влияют незначительно. Да, сами по себе они повлиять не могут, они находятся на духовном уровне, но за счет влияния на эфирную матрицу они при определенном направлении и, можно сказать, негармоничном своем состоянии ломают эту матрицу, и она начинает уже повреждать физическое тело. Там, где поломана эфирная матрица, начинает выходить из строя клетки. Там выходит из строя клетка, там выходит из строя клетка. Где это будет происходить? В глазах, в горле, в сердце там или в половых органах. Все это зависит от того места, где скопилось вот это вот нарушение. И это нарушение, которое ломает тело, мы называем, ну, если говорить по-русски, условно говоря, негативной энергией. Негативная энергия, то есть энергия, которая разрушает. И та энергия, которая разрушает, порождается сознанием, ну, мы говорим, духом самого человека. Она влияет конкретно на жизненную энергию в матрицах, а уже они начинают разрушать определенным образом физическое тело. А вы видите только следствие. Почему же, ты сейчас спросишь, естественно, сразу это не проявляется. Это проявляется не сразу. Это может проявляться сначала незаметно. Сначала будет со зрением все в порядке. Будут негармоничные, то есть нарушения какие-то просто в духе. Какие-то мы называем блоки. Блокированная энергия. Потом только это все выйдет на физический план. И опять же, выйдет не у всех именно в глазах, а только у тех, у кого глаза, например, ослаблены чем-то другим, длительной работой, недостатком питательных веществ, травмами, инфекциями, то есть мы это, или генетической предрасположенностью. Мы это все вместе называем глаза слабым местом, который человек накопил в своей энергетике, в своем эфирном матрице, условно говоря, идет на самое слабое место и начинает его ломать. Другие части тела сопротивляются, да, то есть с более здоровой эфирной матрицей сопротивляется этому негативному блоку более успешно и выходит из строя либо гораздо медленнее, либо вообще не выходит. Это понятно? Ирина, значит, вот все, что сейчас было сказано, мне понятно, но тогда у меня автоматически сформирован вывод, что это... То, что ты сейчас рассказала, настолько сложно, что даже я с большим опытом работы врача просто не справлюсь с, как говорится, с этой болезнью. Потому что, первое, действительно, я много, да никто не знает, вот только сейчас ты немножко сказала о некоторых таких причинах, о которых мы и не думаем вообще, и не думали. Тогда у меня возникает деловое предложение к твоим кураторам. А именно, в общем-то, так как все-таки 70 миллионов человек, которые умирают на нашей планете из-за этого, теряя зрение и тому подобное, все-таки это большое количество, и им бы хотелось бы помочь, и цивилизация более современная, чем наша, земная, и мощная причем, в знаниях, она вообще-то должна, обязана даже помочь бы нам, землянам, решить эту проблему. Поэтому я готов, чтобы твои кураторы, даже с помощью Кирхетона, прилетели к нам сюда, забрали меня и на моем примере исследовали. Я готов, чтобы меня просмотрели, исследовали, чего там у меня произошло. А это как говорится, и у всех будет так, потому что мы пьем одну и ту же воду, дышим одним и тем же воздухом и тому подобное. Вот. И пускай бы они тогда нашли бы методику все-таки помощи
человеку, чтобы он при этой болезни не все-таки не ослеп. Пускай потеряет в какой-то степени зрение, но не ослеп. Значит, я готов, в общем-то, чтобы на мне лично испытали все это, вот. И мы бы на земле бы сделали доброе дело, по идее бы, да, с их помощью. Сейчас улыбаются и говорят, большая благодарность вам за предоставление вас в качестве подопытного. Совершенно правильно, да. Но дело в том, что, опять же, да, я помню, физические контактерства должно быть одобрено той же самой комиссией по контактам. Как с ней связаться, об этом вы с Ириной поговорите отдельно. Да, об этом уже был прямой эфир. Теперь конкретно мы хотим поговорить вообще о помощи таким людям, у которых да. Это уже произошло на начальной стадии, они это обнаружили, либо не на начальной стадии. И мы не берем здесь прям конкретно глаукому, мы берем вообще глазные болезни в целом. Даже какой-то банальный ячмень или конъюнктивит уже является определенной проблемой, которая сигнализирует нам об определенных проблемах в эфирных матрицах, а значит и негармоничном духе. Mm-hmm. Значит, уже тем более, то есть если не устранить эту причину, физически вылечить без устранения энергетической духовной причины практически невозможно. Это вернется в другой форме, если сам человек не устранит это. Поэтому помочь этому человеку на любой стадии возможно. Были даже случаи, когда устранением духовной причины заболевания, работа над своей энергетикой, практически полностью восстанавливались клетки физического тела. То есть глазной нерв вновь получал возможность и способность проводить сигналы. А задняя зрительная кора головного мозга полностью возвращала, пусть и не сразу, но полностью возвращала себе способность получать и интерпретировать эти сигналы в определенные зрительные символы и передавать их духу, сознанию. Но для того, чтобы это все восстановить, это необходимо, во-первых, быть готовым работать над собой. Над собой, как над человеком в целом. Не только над физическим телом, но и над всем своим внутренним содержимым. Если произошло такое, что зрение очень ослаблено или вообще потеряно, если это, ну, бывает там врожденная форма, ну хорошо, мы берем приобретенные формы, то здесь человеку необходимо понять, что необходима перестройка всего его сознания, всех его жизненных установок, всей его памяти, там, чувств и так далее, для того, чтобы он мог восстановить свои энергии духовные и помочь восстановить эфирным матрицам, когда по ним правильно потечет энергия, значит, правильно начнутся правильные биохимические, нормальные, то есть мы говорим правильные, вы называете это нормальные биохимические процессы в самом глазу. Если там есть давление, сетчатка приобретает нормальную упругость и отклоняется, не давая пережать сосуды и так далее. Ирина, я это все понимаю, потому что, ну, все, что сказано было сейчас тобой, все понятно, но оно для нас, земных людей, немножко далековато. Тогда можно сделать вывод следующее, что никакие капли, которые сейчас у нас продаются в аптеках даже за очень приличные деньги, при глаукоме, ничего не помогут, значит, человеку они вообще. Именно как замедлят, но именно просто симптомы с ними. Да. Причину не устранят. Да, да. Значит, я это правильно уже понимал и раньше, и поэтому, ага. Тогда следующее. Ирина, ты говорила, что медкаткаус может делать диагностику. Эфирную диагностику или как астральную диагностику. Да. Он сейчас может посмотреть на мои глаза, ну так, примерно, и сказать то, что он видит.
Ну уж практически, уж давайте поработаем. Он сейчас по договору со мной, да, он сейчас здесь, по договору с Леотаром, он определяет, да, диагностирует состояние физического тела через астрал, через энергетику. Да. Только после определения духовной причины через высшее я. Так это как понять, что ему мешает? Договор с Леотаром и со мной. Так, а как с ним договориться, чтобы он все-таки сделал диагностику? Определить сначала причины через высшее, тем более, да, конференция сейчас не предполагает личной работы. Я сейчас здесь для ответов на вопросы. Вот, но в любом случае, да, давайте сначала сделаем конференцию, а потом будем уже говорить о других вещах. Ага, тогда, Ирина, пойдем от следующего. Значит, когда мы с тобой встречались, ты сказала, что мое предназначение было и на этот раз на Земле как ангела-целителя, причем 22 уровня. Это довольно серьезно. Я себя и чувствую, в общем-то, таким довольно сильным человеком. Я понимаю все, что было сказано и про энергетику, про духовность и тому подобное. Но это такой объем, который... Это надо не работать, чтобы только этим заниматься, например, с собой, чтобы восстановить все это. Это не за 5 минут это все сделаешь. Вот, потому что и семья, и деньги зарабатывать надо, и людей лечить надо. Ну, то есть вот все накапливается, накапливается, и собственная болезнь, она уже как-то не рассматривается, что это очень плохо. Вот тянешь, и, как говорится, приходишь к какому-то уже негативному процессу, которым приходится заниматься. Так вот, тогда большая просьба все-таки попробовать помочь, ну, например, мне разобраться в этой проблеме с помощью, значит, МИД может сделать диагностику, это даст еще какие-то возможные, как можно сказать, ну, его рекомендации, которые позволят начать работать с этой болезнью. У него на диагностику 3000 человек очереди, и без очереди он ее точно не будет делать без высшего я. Поэтому тебе нужно сейчас сходить к высшему я, спросить о духовных причинах заболевания, постараться их устранить, растворить блоки и так далее, то, что там найдем. А потом уже, после определенного там, да, еще периода адаптации твоего эфирного и физического тела к духовным изменениям, если это будет необходимо, он готов, естественно, сделать диагностику. Значит, получается, вообще-то, вот есть человек, который предназначение его быть, например, водителем такси. Я же, у меня предназначение лечить людей, как ангел-целитель. И поэтому то, что он сейчас сказал, это немножко неэтично по отношению ко мне лично, потому что у меня все-таки 22 уровень, такой же, как и у него. Почему он ученый земного специалиста просто бросает? Вот так в воду, как говорится, как камень. Я бы не подсказал тебе пути к исцелению. Да, но... Если ты сам выбираешь не идти по этому пути, то это твой выбор, и я не имею никакого права тебе мешать. Нет. Я это все понимаю, я это делаю, но не так просто. Например, с высшим я у меня проблема. Это высшее я мое молчит, если так выразиться. Мне не связаться с ним никаким образом. Выяснить у высшего я, по какой причине, что мешает. Да, хорошо, сейчас скажу. Значит, необходимо выяснить высшего я, да, сейчас, по какой причине оно тебе не отвечает. Притом ты прекрасно видишь, и, наверное, если ты в Кассиопее, прекрасно знаешь, что другие люди прекрасно с ним общаются. И если другие люди прекрасно с ним общаются, начиная с детского возраста, то тебе, может быть, необходимо посмотреть, поприсутствовать на сеансе, как другие люди отвечают на эти вопросы.
как они связываются с высшим «я», как проводники работают. Может быть, ты не совсем понимаешь, что от тебя требуется. Тебе необходимо Нет. посмотреть на пример других людей, потому что вообще-то, да, я поняла, сейчас, потому что вообще-то общаться с высшим «я» — это очень просто. И высшее «я» — это часть тебя, это часть твоего духа. И оно не только ответит тебе о причинах твоей болезни, но еще и расскажет много интересного о цели твоего воплощения. Выполняешь ли ты задачу свою, насколько ты ее выполнил, что еще осталось. Ну, много, так сказать, бонусов, которые тебе приоткроет твое высшее «я». Что это такое? Это высшая часть тебя. Почему она высшая? Потому что ты составляешь 30% от себя, от всего духа, который воплощен в тело, а твоя высшая часть составляет 70%. И у нее не блокирована память о всех твоих прошлых жизнях, и у нее, да, воплощения, и у нее не блокирована память о твоих задачах, которые ты ставил перед собой, когда воплощался в это тело через своих родителей. Прекрасно помнит о том, для чего ты сюда пришел. Даже оно помнит, на какой срок ты сюда пришел. И так далее. И оно смотрит из духовного мира, насколько ты выполняешь задачи и насколько это соотносится со сроком твоего воплощения. Что очень важно, можно всегда подкорректировать и спросить, на сколько процентов я выполнил свою задачу и что мне еще осталось сделать до выхода из воплощения. Конечно же, срок выхода из воплощения тебе не назовут, чтобы не провоцировать страхи из-за активации инстинкта самосохранения, но, по крайней мере, скажут о том, сколько тебе, что тебе осталось сделать для повышения своего духовного уровня. Ведь с отделением от тела и распадом тела на отдельные молекулы и атомы для тебя, как для духа, ничего не заканчивается. Там начинается жизнь вечности, и сейчас каждое мгновение, каждую секунду, минуту, час и день ты готовишь себя к той вечной жизни. Вот насколько ты эффективно это делаешь, и какой твой уровень на настоящий, да, духовный уровень, на настоящий момент, не когда ты воплотился, а на настоящий момент, все ты можешь узнать у высшего «я». Поэтому, когда я тебе порекомендовал сначала узнать у высшего «я» причину своей болезни, а заодно узнать цель воплощения и так далее, я вовсе не пожелал тебе зла. Я пожелал тебе разобраться в себе и прийти к высшей цели твоего вообще существования на этой планете. Ведь ты прекрасно знаешь, что если бы твой папа не встретился бы с твоей мамой, и в определенный момент у них не произошел бы половой контакт, ты бы не родился. А если ты родился, то это не случайно. Если бы ты не родился, если бы твое тело не родилось, не зачалось и не родилось, ты бы не то что сейчас не видел или плохо видел, ты бы вообще никогда не увидел света этого солнца. И именно в этом теле, именно в этой жизни, и если ты существуешь здесь как человек, сочетание духа и тела, то ты должен прекрасно понимать, что воздействие на какой-то один, на какую-то одну твою часть неэффективно. Как разумное существо, ты должен прекрасно понимать, что любое нарушение человеческого тела – это не только нарушение на физическом теле, но и на духовном уровне в той или иной последовательности, либо ментальных установок, либо астральных каких-либо там эмоций, чувств и так далее. Поэтому я, зная всю серьезность положение людей, которые заболевание есть глаз, я еще больше тебе порекомендую вначале выяснить духовную причину заболевания. Потому что если я просто посмотрю и назначу какое-либо лечение, какие-либо препараты или травы, они не будут иметь эффект, если ты не устранишь, или будут иметь временный эффект, если ты не устранишь духовную причину заболевания. А это будет говорить о том, что я тебе ничем в глобальном том смысле не помогу. Я же этого делать не хочу, поэтому предлагаю тебе все-таки приступить. Да, хорошо. Я прекрасно вижу, сколько времени. Так. К
выяснению того, что привело к поломке твоих маков эфира. Ирина. Так, еще один вопрос, и все, мне уже тоже. А, все, заканчиваем, да. Значит, я как психолог прекрасно понимаю все то, что было сказано, и я всю жизнь совершенствуюсь в этом. Я научился выходить в астрал даже. Ну, пробовал, что это такое. Ради интереса пробовал. Я встречался с детьми инопланетян, которые родились здесь на Земле, и консультировал их, потому что они приходили ко мне как психолог и говорили, мы не понимаем людей, как они живут, почему они так думают и тому подобное. И многим из них я посоветовал заняться компьютерными программами, программистами. Вот. Так, ну, еще вопрос есть, я поняла, еще вопрос есть или мы заканчиваем? Нет, я все это делаю, то, что было сказано вот сейчас о духовном развитии, все делаю. Но вот тогда большая просьба, пускай Мит Каскаус все-таки найдет время сделать диагностику, чтобы ну, как-то практически ну, начинать с ним контактировать более по-деловому. Это твой последний вопрос на конференции? Да. Хорошо, он сейчас на него ответит, и мы заканчиваем. Если ты сказал, что ты не можешь связаться с Высшим Я и узнать у него элементарные ответы, здесь не может быть речи ни о каком духовном развитии, в моем понимании, потому что духовное развитие предполагает ежедневный контакт со своим Высшим Я. Ежедневный, а иногда даже ежечасный и ежеминутный. Но мне было сказано, что я и есть Высшее Я. То есть как я сам с собой могу связаться? Я себя прекрасно понимаю, понимаю все, что я делаю, понимаю те вот эти духовные процессы, которые да, надо... Задать ему вопросы именно Высшему Я, то есть не воплощенной части твоего духа, и получить мысленные ответы. Если ты идешь путем духовного развития, значит, ты энергетически чистый, для тебя не составит никакого труда их получить. Так, ну, хорошо. Друзья, да, если ты идешь путем духовного развития, сейчас еще раз расширю свой ответ. Что такое духовное развитие? Духовное развитие – это повышение своих духовных вибраций. Что такое повышение духовных вибраций? В чем мы можем измерять духовные вибрации? Мы можем понять, что материальные вибрации можно измерять определенными приборами, которые позволяют определить, какой частоты вибрация. А духовные? Какой у нас там вибрациометр? Очень простой. Наше духовное сердце – это определенный орган в духовном, в духе, в духовном теле, так сказать, да. Что такое духовное сердце? Это сердцевина, суть духа, в котором находится его чувства, желания, инстинкты. Но дело в том, что повышение своих вибраций – это означает, приближение к самой высшей вибрации в мироздании. Что мы считаем самой высшей вибрацией в мироздании? Что мы считаем эталоном? Это энергия, ну, духовная, естественно, энергия, да. Материальная и не эфирная, то есть не физическая и не эфирная, а именно духовная энергия. Это духовная энергия, безусловный, всеобъемлющий любви. То есть слово «любовь», да, это, ну, если я сейчас, контактер сейчас говорит по-русски, но, тем не менее, если хочешь узнать, что это такое конкретно за чувство, то можно, конечно, более конкретизировать. Ну, любовь, принятие, любовь, помощь и так далее. Что такое абсолютно и безусловно? Значит, абсолютно ко всем. Это что я понимаю. Ко всем это начиная с себя. Да. Себя как духа, своего тела, принятие, там, помощь ему и так далее. И всех своих ближних, а ближним считается любой человек, который попал в зону твоей активности. Зрительной активности, двигательной активности. Вот как. Не тот, который прям твой родственник, но тот, который непосредственно находится в зоне твоей жизни. Все эти считаются ближними по своему территориальному, так сказать, расположению. Смеется. Так, ну и, значит, естественно, любовь
к Богу, как Бог мы называем абсолют, высший разум, который дал энергию для сотворения этого мира. И соответствующим образом это разумный тоже дух, даже сверхразумный. Мы все являемся, ну, условно говоря, его частицами. Только при слове «частица целая» не нужно понимать, что при что частица как-то меняет целое, сделает его меньше. Это только материальное понятие. Если, например, от яблока отрезать кусочек, то яблоко становится меньше. В духовном мире не так. Отделение частиц от целого не меняет никак целое в смысле размеров и могущества. Ирина, я это все знаю даже, не понимаю, а знаю как психолог. Я очень контактный человек. Меня очень хорошо воспринимают окружающие люди. Почему? Потому что, видимо, какая-то энергетика, и потом я правильно понимаю сразу же, мгновенно ситуацию. Вот, например, когда ко мне приходит какой-то пациент, то я ничего не спрашивая, уже как-то понимаю, с чем он пришел, понимаешь? Поэтому я очень хорошо отношусь ко всем людям, кроме преступников, если вот так выразиться, наглых таких, есть такие вот, как говорится, которые прямо в нос просят получить, вот. А со всеми остальными людьми у меня полный контакт и понимание. Поэтому я думаю, что насчет духовности у меня все в порядке. Значит, сейчас мы заканчиваем. Насчет, значит, хорошо отношусь, кроме там кого-то. Сейчас объясню. Дело в том, что те люди, которые находятся на низких вибрациях, там в неосознанности, в каком-то гневе, ненависти, ну, в каких-то мы называем низких. Да, да. Дело в том, что какие-либо меры, которые могут их делать им больно, будем так говорить, они нисколько не способствуют повышению их вибраций. Совершенно верно. Скорее даже наоборот. Так что здесь дать в нос неэффективно, эффективно здесь беседовать, объяснять и выводить. Ну, это я так выразился, да, да, понятно, приходится, да, объяснять, совершенно верно. Когда приходит на консультацию, то приходится это делать. Когда ты так сказал, твои слова как раз выразили то чувство, твои эмоции в тебе. Понятно. И это чувство и эмоция, она у тебя не просто мимолетно прошла и ушла, на самом деле она никуда не уходит. Она остается в тебе и начинает определенным образом действовать на твоей эфирной матрице. И вот как раз эти причины, плюс еще ментальные установки, которые были заложены еще с детства, плюс еще там блоки, которые были заложены, возможно, с детства, это все устраняется через контакт с высшим я. Я рекомендую тебе обратиться либо к Ирине, либо к ее ученикам для того, чтобы они помогли тебе полностью сделать более, да, высоковибрационной энергетику, будем так говорить, уже ближе к материалистическому восприятию. И тогда я тебя посмотрю и порекомендую тебе что-то, что будет подходить тебе по вибрациям. Но я тебе сразу предупреждаю, наше представление о физических болезнях, о физическом состоянии органов и так далее, оно расходится с представлениями традиционной вашей медицины, так что те возможно, препараты, которые или травы, которые подойдут тебе по вибрациям, возможно, они будут не совпадать или даже вовсе не соответствовать тем, что обычно рекомендуют в твоем случае врачи. Ирина, это я понимаю, так и должно быть, потому что МИД знает больше, чем знаем мы, земляне. Я этому доверяю на 100%. Он говорит, я как у нас просто как другие знания, другие представления. Да. Совершенно верно. Я надеюсь, вам было интересно. Это конференция. Интересные ответы там про глаза, про диагностику и так далее были у нас. Да, про условия диагностики. Также эти условия диагностики относятся к каждому из вас, потому что ко мне тоже многие обращаются, пишут. Да, да. Вот, к МИДу. Я надеюсь, он сейчас дал исчерпывающий ответ. Да. Каждому из вас тоже, я надеюсь, он был полезен. Ну, в любом случае, дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы нас посмотрели эту конференцию. До новых встреч!
Эфиопия.